Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем на проекте Родина в Леплы, Центральный округ, Муниципалитет Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ним при регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Давненько мы, пацаны, с вами не виделись, потому что я очень сильно заболел. Кто подписан на мой инстаграм, тот, в принципе, знает. Именно поэтому не было долго видосов, стримов. Но вроде бы мне стало чуть получше. Да, у меня все равно заложен нос, у меня болит горло, у меня температура. Но я не могу просто вас оставить без видосов. Вот реально, я просто соскучился. Я просто хочу взять и с вами как бы пообщаться, поиграть, поснимать, помонтировать. Ну, серьезно, я реально соскучился. Я просто уже хочу записать какое-то видео интересное. Хочу запустить стрим, пообщаться. Реально, я просто уже соскучился за каналом, за вами. Большое спасибо, кто меня поддерживает, кто писал, чтобы я выздоравливал, кто давал мне какие-то советы по поводу того, что я заболел там и так далее. Всем реально очень большое спасибо. Давайте на это видео наберем много лайков. Давайте постараемся на это видосе набрать 100 лайков, потому что видос будет максимально интересный. Поэтому поставьте лайк там, подпишитесь на канал, потому что моя цель 19 тысяч подписчиков. И чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше. И я обязательно в честь этого сделаю конкурс. Поэтому берите и подписывайтесь на канал. Ну а сегодня я покажу машинку, которую я себе приобрел где-то неделю, наверное, назад. Очень классная тачка, это просто моя любимая машина. Я вам сегодня расскажу, почему это моя любимая машина, сколько эта машина стоит и вообще покажу, что она из себя представляет. Пацаны, я заранее очень сильно извиняюсь за то, что если будут траблы со звуком, потому что я уже пытаюсь это видео записать третий раз, потому что постоянно какая-то херня со звуком. Но, пацаны, это последний раз, мне кажется, будет, потому что я уже, наверное, сегодня закажу новый микрофон, потому что этот микрофон я хоть недавно купил, он новый, но он какой-то конченый просто, он живет своей жизнью, он звук просто, не знаю, блядь, искажает просто пиздец как. То какие-то, блядь, непонятные звуки он издает, то какие-то скрипы, блядь, просто пиздец, реально, пацаны. Я не знаю, слышно вам будет или нет, скорее всего, будет слышно. Я постараюсь, конечно же, как-то убрать эти звуки, но, блядь, это пиздец просто, реально. Я уже третий раз пытаюсь записать это видео, и постоянно какая-то хрень со звуком, и мне приходится каждый раз записывать заново, понимаете? Но я уже хочу очень сильно записать это видео, поэтому я надеюсь, что вы меня сильно ругать не будете. Пойдите как бы мне навстречу, потому что в данный момент я не могу микрофон получить, потому что его нужно заказать, потом подождать пару дней, он придет, и потом уже будет хороший звук. Я уже закажу нормальный микрофон, у которого будет охуенный звук, у которого будет, получается, такая херня, чтобы не было слышно мои плевки там, блядь. Поэтому, пацаны, просто ждите, верьте в меня. И все будет хорошо. Короче, вот моя любимая машина BMW M5 E60. Но она немножко не такая, какую я хотел бы. Почему? Потому что у нее жопа стоит, получается, не от M-ки, а от обычной E60. Но выхлоп у нее, по-моему, двойной, да. А в обычной, короче, вот так вот жопа будет без выхлопа, короче. Если не видно выхлоп в другой, получается, это похоже на просто E60 с обычным выхлопом, и все. Но здесь сделали два выхлопа, но бампер здесь стоит от обычной E60. Это бампер не M-шный. Но так, в целом, машина очень симпатичная. Вот такие вот еще номера я на нее купил. 3M669. Вообще, за сколько я купил эту машину? Эту машину вообще изначально купил не я, а мой знакомый, получается. Короче, получается, я Сашу попросил купить эту машину себе, чтобы я потом у него ее выкупил, потому что ее продавали дешево за 35 миллионов. Вообще такая тачка стоит там 40-45 миллионов их продают. Поэтому за 35 грех был не взять. Поэтому он ее купил. Я ему уже отдал 29 лямов. И я за эту машину еще должен, получается, 6 миллионов. То есть 6 миллионов, и это будет полностью уже моя машина. Вот, паспорт, получается. Тормозов у нее нет, они стоковые. Ну, как бы тормоза есть, но они стоковые. Тробоскопов, кстати, здесь нету. И автохоткея здесь тоже нету. Надо будет поставить, я думаю, потому что все-таки надо, чтобы здесь был полный тюнинг. Но, к сожалению, почему-то тюнинг от Рея сейчас не работает вообще. И тачку за тюнинг как бы нереально просто. Давайте поедем вообще прокатимся на этой машине. Я вам, пацаны, вообще расскажу историю о том, как я вообще полюбил эту машину. Получается, где-то 5 лет назад я увидел видос у Давидыча, где у него была BMW M5 Тень, по-моему, если я не ошибаюсь. И я просто в эту тачку влюбился, в этот кузов. Я не говорю о том, что это типа идеальная машина.
машина. Понятное дело, то, что в реальной жизни как бы я на этой машине не ездил, поэтому я не буду говорить то, что это идеальная машина, но внешне для меня это идеальная машина, потому что, ну, она очень красивая. Я считаю то, что это самая красивая машина в мире, просто. По мотору, по подвеске, по коробке я ничего говорить не буду, потому что я в этом как бы, ну, не разбираюсь, потому что я на этой машине не ездил. Я даже примерно не знаю, что она себя представляет в реальной жизни. Как бы, да, я видосики смотрел, но что именно она себя представляет, я не видел. Чтобы вы понимали, у меня даже на заставке телефона стоит вот эта машина. Я просто влюблен в эту машину. Раньше мне нравился Ford Mustang, потом мне нравилась, получается, Mitsubishi Evolution 9, и потом я увидел вот эту BMW. И все, на протяжении там 5 лет, если не больше, я просто влюблен в этот автомобиль, в этот кузов просто. Ну реально, это идеал просто для меня. Кто давно смотрит меня, тот помнит, что я постоянно хотел себе эту машину купить, потому что у меня не было денег. Как бы, да, у меня есть Ламба, но у меня не было денег именно на M5 E60. А Ламбу я продавать не хотел, потому что она мне нужна была для контента. Как бы я уже жду наконец-то, чтобы лаунч-контроль сделали. Потому что нужно делать контент, нужно делать прыжки, полеты, приземления там и так далее, но почему-то лаунч-контроль еще не сделали. На этом я, в принципе, пацаны, буду заканчивать. Я надеюсь, то, что вам понравилось это видео, потому что я все-таки болею. Я извиняюсь за свой голос. Как бы, да, у меня горло болит, сопли, температура. Но, пацаны, я не могу просто жить без канала, как бы. Мне нравится снимать, мне нравится стримить, мне нравится монтировать. Мне нравится вас просто радовать новыми сериями. Мне нравится, когда вы пишете хорошие комментарии, ставите лайки, подписывайтесь на канал. Поэтому давайте я буду радовать вас видосиками, а вы будете радовать меня активностью, лайками, подписками, комментариями.